Привет всем! Сегодня буду фрезер встраивать свой верстак. Уже начал потихоньку. До этого вот такой стол был. Говно полное. 3 миллиметра алюминий. Короче, все это дело я разобрал. Сейчас буду пробовать. Начитался, что фрезер не должен болтаться нигде. А с таким столом это полная фигня получилась. Легкий этот металл прогибается. Короче, ничего нормального не получится. Так что буду делать на века, типа как бы. Фрезер обыкновенный, 1200 ватт. Тут уже подготовил столешницу, отфрезеровал. Потом шайбы буду вкладывать. Верстак намертво прибит, так что болтаться ничего не будет, думаю. Такая вот фигня. Хотел сначала намертво прикрепить его. Потом подумал, что в столе тоже паз надо будет резать. И так у меня пока один фрезер. Ко второй не купил. Вот такие поставлю здесь зажимы. Тут чуть повыше прижмет шурупами. На всякий случай. Вдруг надо будет что-то другое делать, то мне вытащишь. Короче, вот так это будет выглядеть все. Пока прижимать не буду. Сейчас сам стол доделаю. Буду пазы резать. Потом уже прикручу, когда не нужен будет. Вот так это пока все выглядит. Здесь вроде ровно более-менее. Это все еще прижмется. Здесь небольшая ступенька пока. Хреново, что целого листа не было. Фигня эта у нас дорогая сильно. Пришлось с кусков лепить. Но основа ровная, так что это все шурупами потом подтянется и будет нормально. Так, паз сделал, намаялся с ним, блин. Туда вставлю такой швеллер, типа как бы профиль, не знаю что это. Чтобы можно было зажимать все. И здесь надо будет еще два паза сделать перпендикулярно столу для упора, для всего. Как фрезерую, снимать не буду. Это тут не видно ничего. Дым, пыль. Все подряд. Потом покажу, как получилось. Так, наготовил я вот. Отверстие просверлил. Тайчики сделал. Это под вот такую гайку. Упор, прижим, как вот там. Здесь сделал тоже отверстие, чтобы можно было заводить ее или менять, вытаскивать там, мало ли что. С этой стороны тоже. Сейчас я это все скручу. Будет у меня для параллельного упора и здесь для угольника или
для всяких приспособ. Еще ничего нет, все надо будет делать потом. Вот такая получается. Вроде время убил на нее. В 10 приехал, уже время 3 часа, вот это только готово. Посмотрим, что дальше, как пойдет. Все прикрутил. Вот эти гайки. У них подпружиненные снизу. Можно все подряд цеплять на них. Так, фрезер мне больше, наверное, не понадобится. Можно уже вставлять его. Теперь, из-за чего я стол стал делать сам. Купил я вот такую фрезу. Интересную. Деревяшки сращивать, в торец клеить. Старый стол, она хоть убей, не лезет. Да и стол сам давно. Так что буду потом пробовать. Видео сниму, как она работает. Дорогая зараза, у нас 39 евро она стоит. Наверх границ нету. Я смотрел, там такие наподобие, чуть больше, чуть меньше. До 200-300 евро. Что? Попробую, что она себе представляет. Потом видео сниму, как она работает. Нашел в eBay. В немецком, правда. Не знаю, есть такие в России, наверное, тоже. Потом сниму, покажу, что получилось. Так, вот так это все выглядит. Подъемник я от старого стола поставил, чтобы не выпендриваться, ничего нового не делать. Так что вот работает. Сегодня больше ничего не успею, наверное. Сюда надо кольца делать. Заказал оргстекло. Еще ничего не пришло. В магазине что-то не нашел я такое 5-миллиметровое. Будем ждать. Так вот. Ну, всем пока. Продолжение следует. Когда упор буду делать, сниму шайбы отдельно все это, а то сильно длинное видео получится. Все равно таки никто не будет смотреть до конца. Вот так вот.